круто. Полиция. Все, кто этим занимается, пожалуйста, спасите уже нас, наконец-то. Началась, как говорится, весна. Соседи что-то палят. Пахнет жженными проводами. Пахнет так, что в горле дерет. И дышать нечем в доме. Это в доме. А если раскроешь окно или дверь откроешь, туши свет. И это периодически постоянно происходит. Разберитесь, пожалуйста, с этой ситуацией. Вообще, возле двора что-то палить незаконно и нельзя. А почему это делают? А людям? Детям? Дышать нечем. Вот просто нечем. Или пускай хотя бы маски нам какие-то респираторы приносят на то время, когда они собираются палить. А запах жженой пластмассы. Вот такое ощущение, что провода опаливают. Помогите, пожалуйста.